Первый авиарейс Архангельск-Симферополь 9 мая все-таки состоится, несмотря на то, что местный авиаперевозчик не так давно открестился от соответствующего заявления губернатора региона Игоря Орлова. Билет на первом рейсе в одну сторону обойдется в 5 500 рублей, в обе – в 11 тысяч. Обратно самолет вернется 10 мая. На маршруте Архангельск-Симферополь будут работать Боинги 737-500. С 30 мая по 12 сентября еженедельные перелеты будут осуществляться по пятницам. На последующие рейсы цена на билет будет повышаться и к июлю достигнет стоимости в 20 000 рублей в обе стороны.